Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась в соцсети о болезни матери. Больше 2 лет актриса ведет борьбу с онкологическим заболеванием. Ее дочь Анна Заворотнюк лишь изредка рассказывает о состоянии матери. Накануне 26-летняя модель решила ответить на вопрос подписчика о том, как обстоят дела с лечением у Анастасии. Дочь артистки призналась, что ей сложно поднимать такую тему даже во время общения с родными. Анна отметила, что ее мать борется с очень серьезной болезнью, для нас это боль. Она добавила, что продолжает верить в родственницу, самое сильное. В июне Анна рассказывала, что проблем с лечением актрисы из-за ухода отдельных фармацевтических компаний из РФ не возникло. В июле журналист Алексей Еремин заявил, что Заворотнюк находится в критическом состоянии, а врачи не могут дать каких-либо утешительных прогнозов.